В Приморье санитарный вертолет Ми-8 совершил первый полет. Воздушное судно доставило бригаду врачей на вызов находку и эвакуировало двух пациентов в Приморскую краевую клиническую больницу номер 1 и детскую краевую клиническую больницу номер 1. Это был первый санитарный рейс в рамках национального проекта развития санитарной авиации именно с нашей авиакомпанией, с Национальной службой санитарной авиации. Все штатно, перевезено два пациента, это маленький ребенок и довольно-таки взрослая женщина. На территории края уже работают два воздушных судна, но такой вертолет в Приморье один. На текущий год на него запланировано 322 летных часа. Да, вертолет оборудован полностью всем необходимым оборудованием. По современным приказам Министерства здравоохранения есть аппаратура слежения во время транспортировки, поддержка витальных функций, все, что нужно для полета, там имеется. Благодаря санавиации у врачей есть возможность экстренно транспортировать пациентов. Оперативность позволяет сохранить человеку трудоспособность, а иногда и жизнь. Екатерина Зверева, Олег Завялов, новости на Восьмом.